берет у тебя. Знаю, в Афганистане есть? Иди по морю и подальше кидай. Да, вот я. Афганский человек. Нет, тут вот лесо сюда били. Тебе надо привыкать. Подальше, айди около меня. Туда кидать, подальше. Иди. Ты нас на козырек выкидываешь. Нормально. Не, слышишь меня? С буками стой, с буками. О, и вот, подальше, подальше. Бирка, дыми голова. До голова. Он сам видит. Ну ты придумал со своим кобельком, понимаешь? А здесь много снега сегодня выпало, да? Вот посмотри, посмотри. Россия красивая сторона, но и Горова еще лучше. Но главное, что снег очень немножко еще лучше красиво. Снег вообще было все. Летом, зелени, зима. Понимаешь, да? Да. А зима, белая зима. Юра, дальше кидай, ты на меня кидаешь. На тебя вот немножко кидает. Смотри, о, он кидает, как доктор, на во, и как я. О, конечно. О, молодец он, дай я тебе помочь. Да ты не умеешь. Не умею, да? У вас там нет кузбасса. Ну, а я забыл, у нас есть, нет кузбасса. Нет. У вас только гора высоко. А, гора там снег много. Ты же ведь не с гор, ты же сравнил. Да. Вот, а у вас там снега-то нет. Да, ты прав. У тебя опыта-то нет. Да. Вот у меня на чиках надо. Вот смотри, берешь лопаточку, да. Оп, ковырек, ага. Поднял, оп. И подальше кидай, вы меня завалили, ребята. О, а, вот кидай это, на него. От этого еще завалили. А там никого нет у них? А голова кого не пользует? Твою мать! Ну да, ты не высыпал. Вот посмотри, как я кидаю. Юр, он хотел сказать, посмотри, как работают предприниматели. Да, буржуй, буржуй. Ну, умеет что, умеет. Сколько он уже? Он уже россиянин настоящий, понимаешь? Ну да. О, видишь? Да, да. Ты говоришь, нет, снег. Умеет. Снег кидать это понимаешь. А? Кальян, понимаешь, это не будет. Вот так. Суп что ли пролили? А? Я не знаю, что там грязное. Посмотри, что происходит. Ой, ой. Скажи. Ладно, чего? Снег легкий. А? Снег легкий. Ну, снег легкий, не упадет. Да. Доктор Нов. Умеете, умеете. Ну, все.